Помните, мы рассказывали о том, что Тимур Туризбеков запланировал съемки короткометражной версии, которая станет продолжением клипа для Project Zenit «Bullets of Justice». Так вот, сейчас наступила стадия постпродакшена, для которого режиссер организовал целую кампанию по сбору средств. Вся необходимая сумма, конечно же, не была собрана, но какой-то стартовый капитал уже готов. В связи с этим Тимур уже запланировал приблизительную дату премьеры. Состояться это событие должно через пару месяцев, ну а пока он занимается написанием саундтрека. Кстати, сбор средств до сих пор продолжается, так что если вы хотите узнать, чем закончится история про людей, которые борются против племени под названием Мазлы, пожертвуйте немного денег. Взамен организаторы кампании обещают памятные сувениры. Ну а мы напомним, что фильм в жанре черной сатиры должен будет поведать историю создания армии свинолюдей, которые впоследствии окажутся на вершине пищевой цепочки, а в качестве еды будут употреблять оставшихся в живых представителей человеческой расы. В общем, задумка очень интересная, осталось подождать до премьеры.